В первые дни Нового года больше 7 тысяч многодетных семей на западе страны получили АСП нового формата. Не сдали документы на получение госпособия еще 60 многодетных мам. В прошлом году адресную социальную помощь в регионе получили 12 тысяч семей. Из них четверть многодетные. Было выделено 7 миллиардов тенге. Я вот мать шестерых детей, получала АСП 155 тысяч. В общем, на всех своих детей, включительно и меня. Вот. Для меня это очень большая поддержка. Я, можно сказать, обула отдела всех своих детей. Купила нуждающую для них мебель. То есть, там, допустим, кому-то парту, кому-то кровать. Сейчас вот выходит новый формат АСП. Говорят, что там будет выдаваться соцпакеты. То есть это продукты питания, необходимые, нужны для детей. Это тоже очень здорово.